концерт Славянского базара в Витебске 2020 года отнюдь не в амфитеатре, а прямо здесь, в самом сердце, на ратуше. С сегодняшнего дня мы запустили новый совместный проект Витебский областной краеведческий музей и музыкальное училище имени Салертинского. Такие так называемые музыкальные вечера у ратуши. Проект «Музыкальные вечера у ратуши» подразумевает не только игру на балкончике, где будет играть вот скрипка, и во дворике у нас тоже два ансамбля, это дуэт баянистов и дуэт цимбалистов. Приглашаем вас на концерты в 6 часов на балкончике, в 19 часов во дворике.